После этого как раз начинается такой переломный период, когда вот выносят отсюда все, что можно вынести, в том числе изумруды. В глазах у розовых львов были настоящие изумруды. Я думаю, ничего удивительного, если учесть, что Юсуповы самые богатые дворяне России. Скрябин взял себе псевдоним Морозов, потому что это революционный псевдоним, потому что он заикался, вы говорите, Скрябин всегда был редко. Значит, предлагаю радоваться и за себя, и за Пушкина. Хорошо, что есть такие замечательные места, как Крым. Стиль социалистического реализма очень высоко ценится на аукционах. Может, у кого-то остался коврик с красной шапочкой. Видишь, можно пристроить. Эклектично по сути, и чтобы передать пряный аромат этой земли, как раз эклектика вполне уместна. Она же не смотрится как кич, она смотрится очень изящно. Потому что разные народы здесь оказывались в разное время. И при этом стал архитектором двора его императорского величества. Загадочный. Ну а самое главное, что у него помимо таланта был характер.